Thank you.
Но
Я понимаю, что это не супер религиозно, что это все время откровение, но при этом это начало и антонимы. Я просто хочу сказать, что мы видим. Это не супер религиозно. Вы можете взять эту проблему, когда вы такие близко. Вы можете спросить. Я думаю, что просто не надо просто распространяться, что это все время. Это вот я, а вы все, что мы делаем, что мы делаем. Я не знаю, что это за Thank you.
Я
Мы будем спасать нас, мы будем.
Thank you.
Это
Я
Просто больше смысл в том, что если вы решите, что давайте мы заботим на максимально больше делаем времени, если вы приходите, то я просто просто как трудности, то сначала не только заботиться о нашем смысле. Просто в том, что это не будет, как мы все на канале. Но в том жизни, что мы уже не понимаем, что мы все свои лапы. И если мы переходите через мусоры, внимание, или только то, что все так, что будет другие большие мусоры, то все, когда мы понимаем, что мы все свои лапы. Я
Я не знаю, что это такое.
Любовь, которая приносит нас к Богу, это
Мы посмотрели на мир, который стоит от Божьей воли, а в жизни и каждого родения. Будьте в одной семье, тогда мы должны тоже в истории судьи. Не понимая, что не другие, что не для финансового лицета, а не для того, что не для себя. А если мы будем открывать на том, что это Бог, что не вместе, тогда сразу же это I'm going to talk about
Я не знаю, что это такое.
работы, но это нормально, это сильнее, потому что любовь делает нормально. Это не то эмоция, но это сильнее, которая приходит. Вот сейчас скажу вам любовь. У меня есть письменное письмо, что я не знаю, что это такое. Но это было вам нужно. Он был лидером молодой церкви, только очень мягкий, новый фильм. И, естественно, он не представлял себе фильм, такой, как я, такой, там, пальцом, пальцом, помарал, но тут что-то нет, и не думал, что они пока не были, да, и что я не работал, и он говорил, что он переписывал, что я, что он будет не был, у меня будет много, чтобы это. А для меня это был кошмар, страшный сон, и вообще за этим удали его сидеть. Поэтому я не просила, это было невозможно. Я знала, что это сон. Так не только она была Елена, но она не имеет такого, чтобы возможно, мы это были на начальном сцене. И мы перестали не понимали, что это не так и сами, а даже крикнули, что мы знали, что это была воля Божья. А для того, что они не так садились, это было главное понимание христиан. Я понимаю, что я никогда не буду, что это не будет. Понимаете, а он не сидел, не сидел ходить. Понимаете, что это мой ребенок? Что мы не можем с ним жениться. Даже что, как я рассказывал маме, им просто на нашем жизни. Потому что мы понимали, что это семья, это даже не семья. Это не без вас, это сука, это невозможно. Видите, это не было, это не было. И вот это, но нет ничего невозможного другого. Пожалуйста, не тогда, когда мы родили, что мы видели, это не было, это не было, это не было, это не было. Либо он, мы ничего не делаем, что мы просто молились для него, что мы такая сейчас как-то делаем. Это наша ситуация против всего кризиса. Абсолютно. Один год из связки перед Богом, другой год из связки перед Богом. Но даже он не может быть. Вот я хочу, чтобы он не подвести. И так сейчас мы просто молились. Продолжала общаться, но мы хотим с вами пойти за здоровье. Не было пока, что Господь не писал, что он нам писал. И вот вечер. И он не знает, что это соотношение, что он не понятно с людьми, да, которые не на нас жизни, не на мир. Но он их поехал учиться в интернетную школу. И он продолжал учиться по молодежным свидетелям, и мы все не писали, что молодежь судьбы и так далее. И в один день он вам поднимет за то, что из нашей собрания, но он вам поднимет за то, что Бог поднимет. Изменил его сердце, наполнил его такой любовью к которому людям, и он говорит, что все сказал, за один день Бог дал ему такое видео, в результате он уже должен был его вести за все числе. Потому что все сказали, и все дни во всем родили сам. Почему мы там иногда попали в эти, в его сердце? Понимаете, мы вот это придумали. Потом мы тоже, мы с ними тем не все, а в конце, после того, что мы все не видели, даже не представляли. И когда он уже приехал ко мне, все. И так вышло, что мама может сказать, что ее видели, он готов к таким ответам, что у него так крыша, как видели индивидуалы, которые не такое затея, что у него было, что не было так крыша. Он не понимал, что мы дали себе время, когда он сидит все это все, он со мной сейчас расписал, что это сюда. Он это понимал, но он не мог себя разделить. Такой сильный, да, так понимаете, а что после земли. И тогда у нас вопрос перелом, что мы поняли. Thank you.
Я не знаю, что это такое.